Ухта начала подготовку к Новому году. Идет установка главной елки города на Комсомольской площади. Пятый год подряд новогоднее дерево в Ухте выбирают искусственное, 22 метра высотой. Пока на площадь привезли только составные части, работу планируют закончить в течение 2 недель. По уже сложившейся традиции, в этом месте установка елки занимается одно из градообразующих предприятий. Оно же устанавливает ледовые городки. Затрат на самые эти городки мы ведь не несем никаких. То, что от нас идет, там, иллюминацию включить, там, все это, даже никаких разговоров нет, оно и будет включено, и все остальное. И будет зависеть проведение, вот я имею в виду строительство, это будет зависеть от градообразующих предприятий, как они примут решение. Напомним, от салюта и масштабного празднования Нового года в Ухте, как и в других муниципалитетах Коми, в этом году откажутся. А вот детские праздники точно будут.